И было во дне Ахашвероша, того Ахашвероша, который стал царствовать от Индии до Эфиопии над 127 областями. В те дни, когда воссел царь Ахашверос на царский престол свой, который в Шушане, городе престольном, в третий день год царствования своего, устроил он пир для всех вельмож своих и рабов своих, войска Персии и Мидии, сановников и правителей провинции, которые у него, показывая богатство, славы царства своего и блеск великолепия величия своего в течение многих дней. Давайте выпьем, чтобы у нас все было, и ничего за это не было. Пьем за то, чтоб жить без слез, чтобы сердцу пелось. Пьем за то, чтобы сбылось все, чего хотелось нам. Тройка, 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 тройка белых лошадей скачет, скачет, скачет по полям ночке. Ну отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Льются песни, льются вина и стучат, стучат, стучат по колотам. День, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал служившим перед лицом Ахашвероша, чтобы они привели вашти царицу перед лицом царя в венце царском, для того, чтобы показать народу и князьям красоту ее, потому что красиво видом была она. Также вашти царица сделала пир для женщин в царском доме Ахашвероша. Но отказала царица вашти прийти по приказанию царя, объявленного через евнуха. И разгневался царь сильно, ярость его разгорелась в нем. И сказал царь мудрецам, ведавшим былое, ибо таков был обычай царя советоваться со знающим закон и право. Как поступить по закону с царицей вашти за то, что она не сделала по слову Ахашвероша, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан перед лицом царя и князей, не перед царем одним виновата царица вашти, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые во всех областях царя Ахашвероша, потому что поступок царицы приведет к тому, что все жены будут пренебрегать своими мужьями, говоря, царь Ахашверош велел привести царицу вашти перед лицо свое, а она не пришла. И княгини персидские и медийские, которые слышали о поступке царицы, будут теперь тоже говорить всем князьям царевым, и позора и гнева будет предостаточно. Если царю будет угодно, то пусть выйдет от него царское повеление, и будет оно вписано в законы персидские и медийские, и да не отменится о том, чтобы не приходило вашти перед лицо царя Ахашвероша, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. И угодно было это слово в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана. Просто мы подошли из-за угла, просто ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом блядь березы, посмотри на это море. Видишь это все последний раз. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом блядь березы, посмотри на это море. Видишь это все последний раз.
После этих событий, когда утих гнев царя Ахашвероша, вспомнил он о Вашти. И сказали отроки царя, служившие при нем, «Пусть бы поискал для царя молодых девиц красивых видов, и девица, которая понравится царю, пусть будет царицею вместо Вашти». Один иудей был в Шушане, городе престольном, имя его Мордехай, изгнанный из Иерусалима с изгнанниками, изгнанными вместе с царем иудейским, которых их знал Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Адасы, она же Эстер, дочери дяди своего. Девица же эта была красива и хороша. И вот, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в Шушан, тогда была взята Эстер в дом царский под надзор Хагая, стража жен. Все равно это тебе не поможет. Лучший жених района предлагает свою руку и сердце. Сервиз. Что? До сервиза дошла. Большой сервиз? 12 персон. 96 предметов. Совести у тебя нет. Ты плюешь на наши обычаи? Что? Глупо. У тебя нет другого выхода. Ну, ты хочешь сказать, что тебе будут искать? Правильно. Обратятся к родственникам. А родственник это я. А я скажу, она бросила институт, вышла замуж и уехала. Так вот, что я тебе скажу. Да не перебивай, когда с тобой разговаривают. В общем так. Или выйдешь оттуда с женой товарища Ах... Такого жениха? Или вообще не выйдешь? Вот это другое дело. И когда приходила очередь каждой девицы войти к царю Ахашвирошу, то вот как входила девица к царю, чтобы она не попросила, все давали ей. Вечером она входила, а поутру возвращалась. And here... Bachelorette number one, it's a mentally abused shut-in from a kingdom far, far away. She likes sushi and hot tubbing anytime. Her hobbies include cooking and cleaning for her two evil sisters. Please welcome Cinderella. Bachelorette number two is a cape-wearing girl from the land of fancy. Although she lives with seven other men, she's not easy. Just kiss her dead, frozen lips and find out what a live wire she is. Come on, give it up for Snow White. And last, but certainly not least, Bachelorette number three is a fiery redhead from a dragon-guarded castle surrounded by hot, boiling lava. But don't let that cool you off. She's a loaded pistol who likes piña coladas and getting caught in the rain. Yours for the rescuing, Princess Fiona! So, will it be Bachelorette number one, Bachelorette number two, or Bachelorette number three? И полюбил царь Эстер более всех жен, и она приобрела благословение его более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Вашти. Эстер все еще не рассказала о происхождении своем и народе своем, как велел ей Мордехай. В те дни, когда Мордехай сидел у ворот царских, озлились Бигтан и Тереш, два евнуха царских и стражи входа, и замыслили наложить руку на царя Ахашвироша. И стало известно это дело Мордехаю, и сообщил он царице Эстер, а Эстер рассказала царю от имени Мордехая. Дело было расследовано, и обнаружено, что это так, и их обоих повесили на дереве.
и было записано это в книгу летописи перед царем. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ним надо вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. После этих событий возвеличил царь Ахашверош Амана, агигитянина, и вознес его, и поставил кресло его выше всех князей, которые у него. И все служители царские, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь относительно его, а Мордехай не преклонится и не падет ниц. И говорили служители царские, которые были у царских ворот, Мордехаю, «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И увидел Аман, что отказывается Мордехай наклоняться и падать ниц перед ним, исполнился гнева Аман. И показалось ему недостаточным наложить руку на одного только Мордехая, так как рассказали ему про народ Мордехая. И задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Ахашвероша, как народ Мордехаев. И узнал Мордехай все, что сделалось, и вышел на середину города, и рыдал воплем великим и горьким. И послала Эстер к Мордехаю узнать, что это и от чего это. И сказал Мордехай Эстер обо всем, что случилось. И список смиренного указа, данного в Шушане об истреблении иудеев, дал ей, чтобы показать Эстер, рассказать ей обо всем, и чтобы велеть ей пойти к царю, чтобы молить его о милости и просить его за народ свой. И послала Эстер Мордехаю. Все служители царя и народы областей царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто бы ни вошел к царю во внутренний двор, а позван не был, один суд для того – смерть. Кроме того, только кому прострет царь свой золотой скипетр, тот останется в живых. А я не звана была к царю вот уже 30 дней. И сказал Мордехай в ответ Эстер, «Не думай в душе своей спастись в доме царском из всех иудеев, ибо если ты промолчишь в такое время, то свобода и избавление придут к иудеям из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли ты достигла достоинства царского?» И сказала Эстер в ответ Мордехаю, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня, не ешьте и не пейте 3 дня, ни ночью, ни днем. Я со служанками своими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. Если погибнуть мне, то погибну». Государыня, помнишь ли, как строили дом, всем он был хорош, но пустой. Столько лет шили по снегу серебром, боялись прикоснуть кислотой. Столько лет пели до седьмых петухов, пели, но боялись сказать. Государыня, ведь если ты хотела врагов, кто же тебе смел отказать? И было на третий день. Оделась Эстер по-царски и стала на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. А царь сидел на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. И было, когда царь увидел царицу Эстер, стоящую на дворе, то нашла она милость в глазах его. И простер царь Эстер золотой скипетр, который был в руке у него. И подошла Эстер и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, «Что у тебя, царица Эстер, и какая просьба? Хотя бы до полцарства будет дано тебе?» И сказала Эстер, «Если угодно царю, то пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который приготовила ему». И сказал царь, «Поторопите Амана, чтобы сделал по слову Эстер». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эстер. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордехая у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, то исполнился Аман гневом на Мордехая.
и послал им привести к себе друзей своих и Зереш, жену свою. И рассказал им Аман о великом богатстве своем и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да не звала царица Эстер никого с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Но все это ничего не значит для меня, пока я вижу Мордехая, иудея, сидящего у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовят дерево в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мордехая на нем. Иди веселый с царем на пир». И понравилось это слово Аману. В ту ночь бежал сон от царя, и велел им принести памятную книгу дневных записей, и читали их перед царем. И найдено записанным там, когда нес Мордехая на Бигтана и Тереша, двух евнухов царских из стражи входа, которые замышляли наложить руку на царя Ахашвироша. И сказал царь: «Какая оказана почесть и отличие Мордехаю за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». И сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордехая на дереве, которое он приготовил для него. И отроки царя сказали ему: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман, и сказал ему царь: «Что бы сделал ты тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» И сказал Аман в сердце своем: «Кому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю: «Тому человека, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевался царь, и коня, на котором ехал царь, когда возлагали царский венец на голову его. И пусть подадут одеяние и коня в руки одному из знатных сановников царских, и облекут того человека, который царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним: так делается тому человеку, который царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня, и сделай то, что ты сказал Мордехаю, иудею, сидящему у царских ворот. Ничего не упусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облег Мордехая, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозглашал перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Мальчиков катает, пони бегает по кругу, и в уме круги считает. И пришел царь с Аманом пировать у Эстер царицы. Надвигается, фонарь качается, Мильтон ругается в ночную тьму, а я немытая, дождем покрытая, всеми забытая здесь на углу. Купите ж бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей, и в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную ты пожалей. И сказал царь Эстер: «Какое желание твое, Эстер царица, и оно будет удовлетворено тебе? Какая просьба твоя, хотя бы до полцарства, оно будет исполнено?» И отвечала царица Эстер и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, тогда будет дарована мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей, потому что проданы мы на истребление, убиение и погибель. Если бы мы в рабы и рабыни проданы были бы, я молчала, но враг не считается с ущербом царя». И сказал царь Ахашвирош: «Царица Эстер, кто это такой, и где тот, который осмелился сделать так?» И сказала Эстер: «Враг и притеснитель этот, злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей. И сказал царю Харвона один из евнухов: «Вот и дерево высотой 50 локтей, которое приготовил Аман для Мордехая, говорившего во благо царю, стоит у дома Амана». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордехая. И гнев царя утих. В 12-й месяц, то есть месяц Адар, в 13-й день его, когда наступило время исполниться повелению царя и указу его, в день, когда враги иудеев надели седалетих, вышло наоборот, что сами иудеи одолели ненавидевших их. So close to the
trust in who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. I see and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. И описал Мордехай эти события и послал письма ко всем иудеям, которые в области царя Ахашвероша, близким и дальним, чтобы они обязались праздновать 14-й день месяца Адара и 15-й день его во всяком году, как такие дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как такой месяц, который превратил у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылания подарков друг другу и подаянием бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, о чем писал Мордехай. אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי. אוי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע, אוי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע, אוי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע, אוי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע. ליי 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 אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איי איי איי. איי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע, איי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע, איי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע, איי 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 רחם רחם מצל הצל הושיע. אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים. אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים. Oh, yeah, 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 yeah,